Вместо сгоревшего колледжа архив. О вероятной новой судьбе дома Асвадурова говорилось во время заседания комиссии по вопросам коммунальной собственности. По словам главы юридического департамента Инны Поповской, есть предположение забрать здание на Троицкой, 25, в коммунальную собственность, чтобы восстановить и затем перевести туда архив Одесской области. На отчуждение дома действует судебный запрет, но Министерство образования и науки готово снять его с согласия города. Безумовно, держава не планує відновлювати цю будівлю пам'ятку там з багатьох причин. Тому є пропозиція від держави, щоб міська рада прийняла власність територіальної громади міста. Безумовно, я думаю, що усі мешканці зацікавлені в тому, щоб відновити цю будівлю пам'ятку. Більш того, є пропозиція обласної державної адміністрації розмістити там архів Одеської області і зробити сучасний, відповідаючи усім техничным и иншим вымогам. Вопрос оказался дискуссионным. Некоторые члены комиссии, в частности депутаты Роман Сенник и Вадим Терещук, не поняли, почему город должен тратить бюджетные средства на создание фактически государственного учреждения. А надо ли Козе Баян, нужно ли тратить так же, как мы потратили на краян, бог знает сколько миллионов гривен, чтобы, это еще смотрите, не дай бог кому-то еще уголовное дело за это прищурят, что мы на этот объект потом будем деньги выделять. То бишь, может быть, действительно проще разобраться по-другому, пусть отвечает тот, кто довел это здание до этого. Да, Одессе там все надо, Одессе все надо, но то, что действительно стоит внимания и принесет Одессе деньги, никто нам не передает. А то, что кому нужно скинуть с баланса, потому что это пятно на репутации, так идите, Одесский горсовет всегда рад, заберет любой пожар, любую разруху, любую развалину. К согласию прийти не удалось, поэтому Департаменту коммунальной собственности поручили подготовить новые документы и аргументацию по этому поводу. На следующем заседании комиссии к этому вопросу вернутся.